Я на минутку. Я должна тебе кое-что сказать. Что такое? Ты знаешь, сегодня вечером... Рахиль, я нашла костюм, который мне нравится. Иди, посмотри. Послушай. Сегодня не придет нянюшка для Дженни. Ну и что, так я не смогу сегодня с тобой встретиться вечером. Ты давно узнала? Нет, только утром. Только утром? Почему ты мне раньше не сказала? Уже 5 часов. Ты что, рассердился? Нет, извини, но... После того, как Дженни заснет, я могу к тебе приехать? Пожалуй, но все-таки не знаю. Ну ладно, я тебе еще позвоню. Дженни, что с тобой? Это страшилище, да, он приходил, чтобы убить меня. Что за глупости? Наверное, ты испугалась какой-нибудь маски. Но теперь все в порядке. Пойдем домой, Дженни. Все в порядке? Да, спасибо.